Жители микрорайона Мацеста сами устроили себе праздник. Горячая еда и чай от местных кафе и ресторанов. А в напоминание, что в первую очередь праздник православный, небольшая церковная ярмарка. Звучали рождественские песни в исполнении участников местных творческих коллективов. Волшебные детки, все такие трогательные поют, и организовано все чудесно. И очень приятно, что такой хороший старт, общественная поддержка. Хороводы и народные песни – праздник в лучших рождественских традициях. Детей развлекали аниматоры, вспоминали русские народные сказки и историю Рождества Христова. Сейчас проходят дни святки, которые называются в церкви, после Рождества Христова. В это время по традиции принято устраивать гуляния, в том числе и рождественские праздники. И вот сегодня мы совместно с курортом Мацеста бальнеологическим устроили рождественский праздник, который называется «Рождество на Мацесте». На праздник пришли активисты местных ТОСов и руководство района. Были подведены итоги прошедшего года и озвучены планы развития микрорайона в наступившем году. Мы решили провести здесь, именно на Мацесте, потому что это как бы сердце нашего курорта города Сочи, это во-первых. А во-вторых, вот совместно с отцом Алексеем уже проговаривали, и как бы было уже принято решение о том, чтобы здесь построить свой храм. Новый мацестинский храм получит имя преподобного Сергия Радонежского. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.